Мы готовимся с Ванюхой к Новому году. Ванюха, поздоровайся. Привет. Мы думали, что Ваня у нас будет космонавтом или полицейским. Ваня, Путиным. Ваня, кем ты решил быть? Путиным. Путиным? Да почему ты так решил-то? Потому что Путин. Так, и чтобы быть Путиным, что мы уже купили тебе? Галстук. Еще что? Черный. Костюм? Рубашку белую? Ой, у нас же есть две уже. Две рубашки белых? Ага. Ну, вдруг одна заморается, да? Что нам осталось сделать, чтобы еще... Чтобы постричься! Ты... Постричься? Сейчас мы идем постригаться? Ну все, идем постригаться в парикмахерскую. Сейчас мы находимся в садике, сейчас уже вечер, четверга, завтра утренник 9 утра. Ваня, говори, как стричь. Я не знаю. Ну говори, что не знаешь. Как Путин. Как что? Громче говори. Как Путин. Так не выйдет. Почему? У него сверху меньше немного. В общем, первая парикмахерская девушка нам отказала. Отказала? Ну, а второй парикмахерский. Тебя как зовут? Иван. О, Иван. Его тоже Иван, кстати, зовут. Кого ты стрижешь, клиента тоже Иван зовут. Ты стриг хоть раз под Путина? Нет, он никогда таки не был. Брат, это же серьезный подход. Смотри, тут Путин потом посмотрит видео и скажет, как... А там Путин будет отправлять? Конечно. Не отправлять, он сам посмотрит. Ему покажут. Кто показывает? Кто? Песков. Последние штрихи у нас в прическе. Показывать сейчас не буду. Покажу, когда уже будет Ваня одет в костюме, да, Вань? Сейчас пока показывать не буду, показываться не будем, да? Ну, ребята, вот какая прическа получилась. И оп! Владимир Владимирович, не снимать. А в общем, мы приготовили номер с Ванюхой, песню, который будем показывать в конце утренника. Как Путин себя ведет. Путин идет. Похож, нет? Да. И мы приготовили номер, песня избирателя Путину. Я бы мог на все забить, на участок не ходить, распадить. Пробник Путина. Понравился? Можно. Ром, с тобой фотографироваться хотят. Ваня, вставайте. Давай вот так, смотри, красиво. Ну, ребята, я не знаю, прическу, это так эту прическу видел вчерашний парикмахер его. Вот так вот. Он думает, что это прическа Путина. Ну что, понравился праздник? А? Праздник понравился, Путин? А как папа спел? Плохо. Но и другого не ожидал. Привет, Новый год. Извините, но президенту некогда. Президент нужно о народе думать. Ну что, ребята, вот Путин остался в детском саду. Тань, каково быть мамой Путина? Такая честь. Да, я тоже впервые себя ощущаю отцом президента. Мне кажется, что все родители остальные просто опешили. Они вообще не поняли, что произошло. Что это такое? Ты поняла, я? Да вообще... Я, честно говоря, даже сама не поняла, что это такое. Просто вспоминая, допустим, свое детство, у нас никто не хотел быть Горбачевым, допустим, там, Ельциным каким-нибудь. А вот почему-то интересно, почему у детей такая популяризация именно Путина. Они все знают, да. Кто это, они его увидели, начали Путин, там,
шутить, так интересно, если так, нет, так в конце утренника подошла девочка, а мама девочки говорит, можно с Путиным сфотографироваться? О, так тоже интересно. Нет, потому что мы его не заставляли, ничего, он сам говорит, я буду президентом. Нет, Путина. Он сначала говорит, я говорю, кем ты хочешь быть? Говорю, давай подготовимся, сразу выберем костюм тебе, мне надо заранее уже купить. Он говорит, я буду полицейский. Ну, я все думаю, ну, полицейский, все там, ладно, уже думаю. Потом говорю, ну, все-таки, ну, давай все, перед полицейским, нет, Путина. Я говорю, в смысле, президентом, костюм президента? Нет, я Путин. Я думаю, ну что же такое? Как выглядит Путин? Что нужно? Какой костюм Путина? И в итоге он пиджак. А он еще два дня до этого он носил. Дома у него нет пиджака. Он носил рубашку и сверху рубашку еще одевал. Да, одна застегнутая, сверху расстегнутая. Это типа пиджак был. Ну и вот. Путин свойственно президенту. Ну не будет же выставлять из себя клоуна, да? Пришлось отцу Путина клоунадничать перед всеми. Ну номер-то надо было показать. Кульминация это должна была быть. Интересно, что и представили, тоже выступает. Митя, естественно, это не снял. Сказали, типа, что сам президент приехал. К нам на елку. Деду Морозу говорит. Дед Мороз, сам президент приехал к нам на елку. Ну все, в общем, что, давайте, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и ждите новых видео. Митя, еще даже на детский утренник залезть. Что вы думали?